Чемпионат Московской области продолжается. В этот раз на поле встретились «Металлург Видное» и «Витязь Ногинск». Обе команды показали отличную игру. Особенно динамично развивались события во втором тайме. Больше упор сделали на самоотдачу и на скоростные атаки низом. Вот, потому что все-таки ребята тоже опытные, видимо, у них уже взрослые, бежать тяжело. Вот, и мы их за счет скорости начинаем, так скажем, вскрывать на футбольном языке. Напряженная игра закончилась со счетом 4-0 в пользу нашей команды. Несмотря на достойное сопротивление соперников, «Металлург» все-таки закрепился на первом месте в турнирной таблице. Матч проходил при взаимном уважении команд друг к другу. Да, бывают контактные вещи, но заметьте, что футболисты даже после столкновений, если кто-то виноват, подходит, извиняется, так по-дружески все это делает. Потому что они играют в футбол, они сражаются. «Металлург Видное» продолжает свою победную серию, которая теперь насчитывает 16 матчей без поражений. Только 3 игры закончились в ничью. У нас все игры горячие. Мы идем на первом месте, и все хотят нас обыграть. У всех команд есть сильные стороны. Так что здесь, как говорится, борьба, борьба. И еще раз борьба. В августе футбольный клуб «Металлург Видное» сыграет еще 6 матчей, в том числе и в Кубке Московской области. Всего до конца сезона в октябре осталось 13 игр. Наталья Буслаева, Елена Замятнина, Александр Логинов, Максим Константинов. Видное ТВ.